Под письмом с просьбой освободить Ходорковского и Лебедева подписались более 40 человек. Правозащитники, оппозиционеры, представители российской интеллигенции. Обращение, опубликованное на сайте пресс-центра экс-главы ЮКОСа и бывшего руководителя МНТЭП, озаглавлено как «Вердикт общественности». В числе тех, кто протестует, глава московского отделения оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнайдер. Его преступником считает Путин. Слава богу, он еще не вся власть. И мы знаем, что его преступником считает прокуратура. Я посчитал своим долгом подписать это обращение к Медведеву, рассчитывая на то, что Медведев использует свои президентские полномочия и помилует Ходорковского и Лебедева. Их обвиняют в хищении 218 тонн нефти, добытой ЮКОСом. Судебный процесс по второму уголовному делу против экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева завершился. Они не признали себя виновными и попросили суд об оправдательном приговоре. Обвинение же потребовало для подсудимых 14 лет колонии строгого режима. Ходорковский и Лебедев уже провели за решеткой 7 лет. Оглашение вердикта начнется 15 декабря. А пока после заключительной речи адвокатов Ходорковский выступил с последним словом. Говорил о том, что вера стоит жизни. Правда, в скорое решение своих проблем он не верит. Тогда мне было 25. Полчаса на разговор, 5 минут на съемку. Председатель Хамовнического суда разрешил журналистам пообщаться с обвиняемыми по делу ЮКОСа. Это первое интервью российскому изданию за последние 7 лет. Вопросы задавали корреспонденты «Новой газеты». Ходорковский обратился к Путину. Поинтересовался, реальна ли пропажа 20% всей добытой в России нефти, причем так, чтобы об этом не узнало высшее руководство страны. Сторонники Ходорковского и Лебедева уверены, заключительная речь прокурора – проект приговора, написанный за судью. Адвокат Юрий Шмидт говорит, когда обвинение используют обороты типа «суд считает», это оговорка по Фрейду.